Добрый день, уважаемые пользователи портала Тутбай, зрители, сети слушатели. Как вы видите, да, в команде знатоков замена. Да, 303-я передача «Экономика на пальцах». Значит, у меня есть, как вы знаете, два любимых гостя в передаче. Это Дмитрий Круг, научный сотрудник Белорусского экономического, исследовательского и образовательского центра. Вот, я помню, что там надо все не просто это все произнести. Вот, а значит, сразу как бы предупреждаю, что почему именно два любимых человека, потому что они так как бы такая противоположность друг другу. Один приходит такой, значит, заряженный оптимизмом, а второй вот, значит, как бы, как правило, рассказывает о рисках и что, значит, не надо вот так это все оптимистично воспринимать. Вот. Ну а поскольку основным поводом, что ли, к этой передаче послужило расширенное заседание правления Национального банка, на котором они там отчитались о достигнутых успехах и рассказали о том, как все будет колоситься в следующем, ну, то бишь в этом 2018 году. И вот этот круглый стол, который они, что надо дать им должное, по-моему, уже пятый по счету раз, да, проводят с экспертным сообществом, рассказывая, объясняя, почему и как они думают. Да, то есть и вот на что ли... На плечах произошедших этих событий хотелось бы что ли, и рассказать, во-первых, о том, что там было широкой публике, потому что в конечном счете зачем они это все делают? Для того, чтобы мы могли, как мы вчера проговорили, да, вот эти вот научные интуиции переводить на человеческий язык на пальцах, как принято говорить. Вот. Ну и плюс какие-то свои же есть выводы по отношению к тому, что они там рассказывали. У меня там, например, тоже некоторые вопросы возникли. Вот. Я как бы начну, я редко так делаю, но я начну что ли с такого что ли почти вывода, да, психологического такого вывода. Просто я еще со времен работы на фондовом рынке привык обращать внимание на психологические индикаторы состояния рынка и не только. Вот. Начну совсем издалека. Вот есть такой, я когда-то рассказывал, что есть такие несколько довольно удивительных индикаторов психологических, которые, в принципе, можно использовать как сигналы по рынку, как, например, там, вот, скажем, на этих выходных, в воскресенье ночью, ночь на понедельник, произойдет там суперкубок. Вот в зависимости от результатов суперкубка, американский фондовый рынок либо растет, либо падает. Там с довольно хорошей вероятностью, более чем 60 с чем-то процентов, значит, довольно точно угадывается, что происходит с ним в течение года. Есть индикатор небоскребов. То есть, например, там, что рекордные небоскребы в стране строятся как раз на самом пике экономического оптимизма. Ну, по понятным причинам, потому что сам небоскреб большого экономического смысла имеет только тогда, когда он не выше определенной величины. Да? То есть, когда у тебя стоимость аренды земли уменьшается линейно, а затраты на структурную жесткость, они растут в степенной зависимости. И поэтому в какой-то момент рекордный небоскреб становится гораздо дороже, чем и не имеет смысла. Значит, это только чисто понты. А любой же кризис – это как бы дефолт понтов, ну и поэтому вот как бы такой вот индикатор. А еще был такой довольно известный индикатор, он назывался индикатор обложек журналов. Что вот, мол, если, например, какая-то компания или личность, там, значит, ну, например, глава компании или еще что-то, она становится там персоной года, то это, как правило, не очень хороший индикатор. Особенно если это публикация, журнал, скажем, там, что называется, мейнстримный, не финансовый. Да, то есть это, как правило, показатель того, что был некий какой-то длинный тренд, наконец его заметила широкая публика, наконец она его оценила, готова вознаградить. Значит, и, как правило, это вот, эта тенденция в силу того, что это именно мейнстрим, и, наконец, яркое какое-то вот такое, значит, достижение отмечается всеми, это, как правило, свидетельствует вот о неком, что ли, исчерпании этой вот тенденции. Ну, одним из таких, что ли, довольно известных примеров было, считается классическим как раз случаем такого маркет-тайминга, это когда журнал Time в декабре 99 года человеком года назвал Джеффа Безоса, главу Amazon. Ну, как бы, а это ж вот ровненько был пик доткомовского бума, и буквально уже, значит, с начала 2000 года пошло падение вот этих акций. Ну, и они там
Да, они, конечно, потом отросли, но в течение десятилетия они, в общем, были нигде. Вот, я к чему веду? К тому, что, как это, в совершенно мейнстримных публикациях присутствие персоны Павла Владимировича Клаузера в качестве человека года за достижения там, в области инфляции и там, денежно-кредитной политики, и, там, стабильности рубля и всего остального, да, ну, когда уже там, наша Нива на это обращает внимание, ну, новины еще более-менее понятно, там есть какой-то экономический блок, но вот такого плана, да, мейнстримные совсем и так далее вещи. Вот. Ведь по большому-то счету, как это, награждать-то надо было за 2015 год, да. Скорее. Там же подвиг был, да, совершен, а здесь просто это вот... Это уже последствия прошел того, что было. Длинный период, в течение которого нужно было понять, что да, действительно, по-настоящему эта инфляция снижалась, и да, действительно, как бы и рубль курс, да, стабилен. Mm-hmm. Вот, как бы. Так вот, и плюс некое ощущение того, что... и выступление должностных лиц Нацбанка на вот этом клубе, республиканском клубе директоров, и вот то, что они рассказывали нам вчера, напоминает, знаешь, такой круг почета победителя, да, вот, когда все вот стадион аплодируют, mm-hmm. там бросают лавровые венки, да, вот, mm-hmm. ну, вот и некое ощущение того, что вот долгосрочный вот этот успешный тренд, он близок к исчерпанию. Вот было разлито, да, как-то в воздухе. Соглашусь здесь с тобой. Единственное, наверное, Сергей, уточню. Я вот в отличие от клише, которое ты сказал, пессимиста, что мне вчера очень понравилось, на мой взгляд, Нацбанк осознает то, что действительно 2018 год, он, скорее всего, будет более сложный, чем 2017, и воздерживается от вот таких венков и там дифирамбов. Нет, ну слушай, ну пока как бы хлопают, но надо же как бы насладиться, согласен, моментом. Согласен. Вот же. Ну, если более здраво смотреть, даже там достижение 2018, то есть я бы сказал, это примерно пополам заслуга Нацбанка и последствия рецессии, которая была 2015-2016 год. То есть они, вот у меня, наверное, одно из главных впечатлений, то, что они это осознают и понимают, что само собой... Ну, они же такие же опытные люди, как и мы, они же тоже как бы знают, что в моменты наибольшего успеха надо быть максимально осторожным. Нет, это ну, же... насчет, да, того, что тренд близок к исчерпанию, да, с этим абсолютно согласен, я думаю, что вот к этой теме как раз... Да, и я подходить. Бы даже сказал уже так как бы совсем, что ли, завершая эту метафору, да, в каком плане тренд близок к исчерпанию? Вовсе не в том, что сейчас там развернутся какие-то, что ли, неблагоприятные тенденции на финансовых рынках, или там ВВП, или инфляция, или курс, или еще что-то в этом духе. Нет, скорее речь идет именно о том, что это примерно, вот почему я как раз эту метафору спортсмена, совершающего круг почета, привел, да, что вот это одно из самых там достижение, которое он сам понимает, что за долгое время, может быть, ему не удастся превзойти. Да? Uh-huh. Вот. Или точнее, может быть, и когда-нибудь и удастся, но потребуется настолько еще более огромные усилия для того, чтобы превзойти там существующий рекорд. Да? Вот. И, грубо говоря, что ну, все инструменты, которые можно было использовать, которые были относительно простые, да, то есть грубые подстройки, они все были, в общем, как бы использованы, и все они... Ну, я бы даже сказал, может, еще более просто. На мой взгляд, Нацбанк то, что можно было сделать и нужно было сделать, то, что не вызывало 95% экономистов, там, кто ориентируется в этих вопросах споров, он это сделал. Дальше уже действительно идут такие моменты, где возникают на повестке дня такие частности, которые там большинству людей даже не будут заметны, и действительно здесь уже скорее вопрос по многим моментам будет переходить в техническую плоскость, потому что вот как вчера твоя цитата была, снизить инфляцию там условно с 15 до 7% это одно, но с 7 до 5 это уже абсолютно другая задача. Да, действительно так, особенно учитывая, что удержаться автоматически вот на этой области низкой инфляции будет достаточно сложно. То есть есть достаточно много вызовов. В первую очередь, на мой взгляд, это вот традиционный наш недостаток роста, слабый рост, который может актуализировать проблемы. Ну, а второе, то, о чем вчера много говорили представители Нацбанка, административные цены и потенциальное давление с этой позиции. То есть действительно, с этой точки зрения вызовов достаточно много. Ну, и я просто к тому, что надо же, наверное, как это, лучше
один раз увидеть, чем 100 раз услышать, да? Значит, я вот даже думаю, довольно бессмысленно показывать графики той инфляции, которая вот сейчас уже есть, да? Но, скажем, вот, если можно, из вот той презентации, которую там вот разослали любезно из Нацбанка, значит, та, которую нам вчера демонстрировал Дмитрий Леонидович Мурин, это человек, отвечающий, по сути, за монетарную политику в подразделениях Нацбанка. А вот там 7-я и 8-я страница, вот первая будет называться «Обменные курсы валют на рынок», а второй будет «Внешняя торговля товарами и услугами». Вот, да. К вопросу о том, что я просто сейчас, значит, пару слов скажу перед тем, как вот про это говорить, о том, что 25 числа и глава Нацбанка, и вот как раз Мурин говорили, да, в клубе редакторов о том, что главный вывод, который есть, это то, что сейчас вот у нас все близко к равновесию. Значит, курс валютный там близок к равновесию, что, значит, внешнеторговое сальдо и платежный баланс там близки к равновесию, соответственно, как бы ожидать каких-то серьезных изменений куда-то, значит, там сильно не приходится. Вот. Вот картинки, которые здесь, они как раз вот об этом говорят. И вот, кстати, правая часть, вот правая часть квадрат вот этой сальдо покупки и продажи иностранной валюты, оно ведь на самом деле ну, как бы наиболее интересный показатель для того, близки ли мы к равновесию или нет. Да? То есть был ли и остается ли потенциал для, что называется, ну, постоянного предложения, в данном случае главным образом наличной, ну и безналичной валюты тоже населением, да, который, по сути дела, был очень удобным фактором, не сказать укрепления курса белорусского рубля, но на самом деле Нацбанк в данном случае просто этим пользовался для того, чтобы накапливать резервы. И вот мнения, я так понял, там даже в некотором смысле разошлись. То есть будет ли в ближайшее время у нас это сальдо покупки и продажи валюты, там, в ближайший месяц будет ли это по-прежнему нетто-продажи, или это будет уже там... Ну, на ближайший месяц, насколько я помню, говорили, что, скорее всего, тенденция сохранится, да, здесь вопрос, скорее, уже о более длительной перспективе на этот год, на следующий год, то есть, конечно, если сравнивать с наилучшими временами и, в принципе, при хороших предпосылках, на что можно рассчитывать? На то, что за счет населения можно пополнять золотовалютные резервы и усиливать подушку безопасности для экономики, то есть это, в принципе, в целом для экономики было бы, наверное, самым благоприятным режимом стабилизации монетарной среды и очень важной поддержкой роста. То есть, по сути, это должно означать, что население должно поверить в благоприятные перспективы как рубля, так и роста в целом. Но будет ли это по факту, вот это остается интригой. Ну и плюс, тут же ведь еще какой важный момент. Ведь все же, это же уже почти 2 года тянется эта история, да, и все долго ломали голову, что это означает. Как бы первое, что приходило на ум, это денег нет, значит, на пропитание, поэтому да, это... последняя стадия, значит, нет денег, это когда надо продавать доллары. Ну, здесь, может, маленькую оговорку, здесь очень хорошо в статистике можно проследить, за последние 2 года очень серьезна норма сбережения, то есть доля сбережения в доходе, она сокращалась, снизилась, то есть, да. По большому счету, вот мы и наблюдали зеркальную сторону этого процесса, то есть совсем просто это можно назвать проеданием части сбережения. Ну, и то, что некая обратная корреляция с тем, когда начали расти располагаемые доходы и уменьшилась продажа валюты населением, тоже, в принципе, скорее в пользу этой гипотезы говорит. Да, да. А чтобы это сохранялось дальше, вот должно появиться то, о чем я говорил. То есть должна уже скорее появиться вера в перспективы белорусского рубля и так, вера так в перспективы вот экономики. Так вот я к чему? К вопросу, значит, просто если существует, опять же, продолжая вот ту мысль, которую 2 года люди пытались, значит, развивать, что а не означает ли это, что вот эти вынужденные продажи, что это фактически означает, что курс на самом деле неравновесный? То есть, как бы в обычных, что называется, условиях, когда балансируются доходы потребительские, да, располагаемые доходы, то как-то, ну, значит, вот этого навеса не будет, значит, не будет вот этого давления на сторону повышения белорусского рубля, значит, он, по идее, должен ослабевать. Это с одной стороны. А с другой стороны, как бы, возвращаясь к вопросу о том, каков, в принципе, теоретически огромный потенциал еще продажи вот этой самой накопленной населением валюты за долгие годы почти всех наших экономических кризисов. Да? То есть, вспоминая как раз то, что сейчас доля, ну,
как бы примерно две трети валютные депозиты, треть рублевые, но это же когда-то в старые добрые времена, еще последние бескризисные, это же было соотношение полностью обратное. Ну, ты там... знаешь, при совсем хорошей ситуации, так я понимаю, что это сегодня может звучать даже фантастичнее, чем научная фантастика, но, в принципе, я вполне могу себе представить ситуацию в соотношении где-то 90% на 10% в пользу рублевых депозитов, да. И это то, к чему надо стремиться, это то, что может быть. Ну, как это? Это нужны, не знаю, десятилетия бескризисные, да? Абсолютно не факт. Нет? Я думаю, что эта ситуация, она может буквально за 2-3 года, но, повторюсь, это мы уже, я понимаю, о таком совершенном сценарии говорим, это, наверное, то, что сейчас на повестке дня в принципе не стоит, но для этого сценария всего лишь надо понимание и вера в то, что национальная экономика, она может генерировать высокий устойчивый рост, и это будет за собой тянуть укрепление рубля. То есть если человек, который сберегает надолго, будет понимать, если он хранит деньги в долларах, что это влечет по умолчанию, там, скажем, по 10% обесценения его сбережений в белорусском эквиваленте в год, естественно, уйдет в рубль. Вот. То есть мы сейчас закончим мысль. Вообще, если сравнивать с точки зрения, где мы находимся в международной системе координат, у нас есть огромный потенциал для укрепления нашей валюты. Другая проблема, что очень слабая конкурентоспособность, которая у нас исходит из экономики, не может этот потенциал реализовать. И мы вынуждены обесценивать. Я даже знаю, о чем ты сейчас говоришь. Да? Не так давно же был это как-то индекс Биг Мака же, да? ППС, многие оценки можно использовать. То есть ППС одна из них. Вообще, в долгосрочном периоде рубль должен укрепляться. Как это много лет пытался объяснять, что у нас же традиционно были такие интересные экономисты, которые рассказывали о происках международного капитала, суть которого, значит, именно вот навязывать нам политику заниженного курса национальной валюты с тем, чтобы, значит, за бесценок, за свои ничем не обеспеченные доллары, значит, скупать здесь все вот таким вот образом. И, соответственно, постоянно шел разговор, смотрите, какой огромный разрыв по паритету покупательской способности. Он действительно большой. Я постоянно как бы вынужден был объяснять, что понимаете, в чем дело? Ведь как бы я понимаю, что ты это понимаешь, я просто еще раз это произнесу. Откуда берется вот этот разрыв с паритетом покупательской способности? Он же не просто так, это не злая воля там, каких-то, значит, этих международных финансовых институтов, которые выкручивают там руки и, да, и говорят, давайте так. Просто смысл заключается в том, что валютный курс формируется только в торгуемых отраслях. То есть вот то, что мы сравниваем, там, не знаю, там, услуги парикмахерских, там, булочных, да, то есть, ну, как бы хлеб, ты же не будешь импортный покупать, это скоропортящиеся вещи, да, и так далее, вот такого плана. Это, по большому счету, к курсу не имеет никакого отношения. И получается, что курс определяется конкурентоспособностью торгуемых отраслей. Торгуемых отраслей, безусловно. То есть, а что это такое, опять же, совсем уже по-простому, это либо... экспортные отрасли, которые конкурируют на международном рынке, либо отечественные отрасли, испытывающие конкуренцию импорта. Да. Вот и все. Да. И по большому счету вот этот разрыв, он означает, ничего иного не означает, кроме как слабую конкурентоспособность, да, вот этих полностью отраслей. Полностью согласен. То есть вот то, что я сказал, то есть проблема это исключительно связана с внутренними факторами, с тем, что наши предприятия, они недостаточно конкурентоспособны, и то, что в принципе мы могли бы из вот таких долгосрочных оценок достигнуть, мы по факту сегодня даже вести речь об этом достижении не можем. То есть если мы сравним нас с другими странами ЦВЕ, вот этот разрыв между фактическим курсом и ППС, он у нас просто в разы превышает все остальные страны. То есть мы как такой выброс, как аутлайер на фоне других по статистике находимся. Ну, потому что мы сохранили все как бы традиционные отрасли же, новых за это время не создали. Ну, это наш такой особый путь экономический. И еще одна у меня была мысль такая по поводу вот валюты, которую держит население. Дело в том, что у меня есть... Опять же, вот из анекдотических таких, что ли, наблюдений, да, вот ты говоришь, что, скажем, когда люди поймут, что они теряют там постепенно, ну, вот значит, 10% может быть это многовато, ты так сказал, ну действительно, скажем, происходит в реальном выражении обесценение их сбережений в долларовых по сравнению с тем случаем, когда они были бы рублевые. Это мне напоминает историю, как, я помню еще совсем старые добрые такие времена, когда еще Россия только стремилась там, к нормальным отношениям Запада, и только-только вот начались эти первые вещи, там, разворот самолета там, над Атлантикой там, и так далее. То есть первые признаки пошли того, что могут начаться проблемы в отношениях.
да, значит, и такой забрежила эта холодная война. И довольно богатые люди начали покупать, например, недвижимость, скажем, в Испании или там в Лондоне. Ну, и как бы я им объясняю, что вы поймите, что это как раз два самых разогретых рынка. То есть был пузырь, связанный вот с, да, с зоной евро и большущий приток капитала внутри, да, зоны евро и, соответственно, пузырь активов. Или то же самое было в Лондоне, ну там совсем уже другие факторы, но тем не менее, это вы покупаете самую дорогую недвижимость. Это будет плохая инвестиция. И, вот, и мне очень понравился ответ одного из таких товарищей. Он говорит, я надеюсь, что это будет плохая инвестиция. В том плане, что не хочу, чтобы ей понадобилось воспользоваться. Угу. То есть, чтобы ей, в ней пришлось жить, например. Угу. Так вот, я подозреваю, что для многих держание валютных сбережений... Вот это вот тот самый случай, я надеюсь, что это будет плохая инвестиция. Что не случится ничего того, что как бы сделает ее хорошей. Ну, и да. Она внезапно там... Снова, то есть будет терять там 10-10-10, а потом 40 принесет там за, вот как у нас было на рубеже 14-15 годов. То есть я все-таки думаю, что люди готовы психологически воспринимать это как покупку страховки, которая, как мы знаем, инвестиция с отрицательной доходностью. Ну, здесь я с тобой отчасти могу согласиться. Ну, еще раз я попытаюсь немножко другими словами свою мысль донести. То есть, смотри, валютные сбережения я бы разделил на две составляющие. То есть, часть, и кто уже преимущественно вышел из валютных сбережений, это рассматривает их просто как альтернативу текущим рублевым сбережениям. Те, кто вышел, согласен. Да. Есть же те, кто вечно там. А есть, так скажем, долгосрочные сбережения, вот то, что совсем на черный день, такой мотив предосторожности. То есть, для них действительно ставка, она... принципиальную роль не играет, и здесь может выходить на первый план то, о чем ты говоришь, что эти сбережения вообще лучше надеяться, что они не пригодятся. Но если формируется устойчивый тренд на обесценение доллара по отношению к белорусскому рублю, если ты понимаешь, что этот тренд, например, связан с тем, что экономика начинает генерировать новые конкурентоспособные продукты, и что она станет устойчивой, я еще раз повторю, я сейчас понимаю, что я в фантастическом сценарии говорю, мы, наверное, немножко в ту степь пошли. Нет, почему? Это как раз... Нет, да, нет. Но это то, к чему стоит стремиться. Да. То намеренно держать свои сбережения в валюте, которая генерирует для меня убытки, естественно, никто не будет. То есть в этом плане я к чему говорю, что сейчас мы вот тот этап финансовой дедоларизации, который мы прошли, он вполне возможно, ну, он, скорее всего, будет потихоньку там сокращаться, еще запас есть даже вот за счет этих спекулятивных депозитов, но на каком-то этапе он выйдет на некое плато. То есть он стабилизируется, потому что дальше нужен будет новый фактор, новый какой-то значимый стимул для того, чтобы вкладчики, которые рассматривают вот такие долгосрочные промежутки, 5-10 лет, чтобы они нашли для себя мотивы перейти в белорусский рубль. Потому что сейчас типичный вкладчик, который вкладывает надолго, он думает, ну, 5 лет, где перспектива то, что белорусский рубль будет дороже или хотя бы сохранит паритет с долларом. Да. Такой перспективы нет. Сколько у нас было за последнее время 5-летних вот этих скользящих окон, чтобы не случалось кризиса? Да. То есть и это, соответственно, абсолютно, на мой взгляд, рациональный выбор. Это закончилось в 2007-2008 году? Да. Сегодня выбор в пользу доллара, вот таких долгосрочных вкладчиков, он, можно сказать, он рациональный. Потому что, действительно, исходя из недостатка конкурентоспособности, долгосрочный тренд, он вырисовывается на обесценение рубля. То есть говорить о вот о том фантастическом, в какой-то в кавычках, тренде на укрепление, которым вообще надо было бы говорить, да, действительно, сегодня не приходится. Ну, это к вопросу о том, что как-то оценки нашей... долгосрочные, что ли, да, равновесного вот этого состояния, они отличаются в зависимости от того, что мы понимаем под равновесным состоянием. То есть моя как бы рабочая гипотеза, я ее в течение прошлого года пытался разными способами обосновывать, заключается в том, что никаких серьезных структурных реформ на протяжении ближайших 7 лет не будет, оставшиеся 2 года президентского срока и следующий президентский срок. Ну и объяснял почему, главным образом, потому что просто как бы мы потеряли время для создания предварительных условий для совершения этих структурных реформ. Ну, имеется в виду вот создание safety net работающей там и так далее. Вот. А плюс еще как бы вот это вот накладывается. Да? То есть нужно же реформы проводить не к моменту выборов,
А с тем, чтобы они, ну, как бы вот за выборами их начинать, потому что они уже начинали бы результат приносить к следующим выборам, то есть примерно вот. Ну, давай я тогда поправлюсь с терминами, то есть действительно там термин равновесно можно с абсолютно разной смысловой нагрузкой, здесь, возможно, я им злоупотребил, я бы сказал, то есть желаем. Я имел в виду такие тренды в курсе, которые были бы при динамичном развитии экономики, вот. Да, но да, этот сценарий на сегодня выглядит скорее как фантастический сценарий. Еще один график по поводу внешнего равновесия, который как раз подтверждает эти слова. Это вот как раз вот внешняя торговля товарами и услугами. Это 8-я страничка. Следующий вот затем. Опять же, нас вот интересует главным образом правая часть. Вчера буквально Мурин, не знаю, упрекнул, что ли, да, за то, что я вот интерпретировал их вот эти постоянные графики. В том плане, что вот какой молодец Нацбанк нашел себе такой вот график того, что происходит во внешней торговле, который позволяет им выглядеть очень хорошо. То бишь, вот они, значит, выделяли из всего внешнеторгового сальдо энергетические товары. Тут мы как бы ничего не можем сделать. Это политика, да, и потребление, размер этого потребления этого в среднесрочной перспективе не очень меняется. Как бы цены – это вопрос политических договоренностей, да. Там, калийные удобрения, тоже это все в руке Божьей, хотя там мы сами там успешно провели и победили в ценовой войне. Вот, ну, пировой такой, значит, ценовой войне, да, поэтому тоже ничего так особо не получилось. А вот как бы сальдо прочих товаров, это вот пурпурная такая линия, да, наверное, правильно я буду называть, сиреневая. Вот видно, как она в течение всего 15-го, всего 16-го года повышалась, а весь 17-й год, да, в общем, как бы идет в никуда, да, идет, что называется, залегла. Вот, что в принципе означает по той же их собственной интерпретации, какую они использовали для рассказа про эти линии в 15-16 году, когда они говорили, что ну вот же, наша курсовая, ну, а в широком смысле монетарная там, денежно-кредитная политика, да, она же как бы вот носит стимулирующий характер, она же как бы позволяет экспортерам зарабатывать, да, и, соответственно, как бы вот они, эти благоприятные тенденции. Ну и вот и получается, что, в общем, при достижении равновесия и тенденции эти вышли на ну, вот это самое да, плато. Вот здесь я соглашусь, на мой взгляд, вот это как раз есть одно из самых показательных того, что фактов того, что мы сейчас очень близки к равновесному состоянию по ВВП, то есть, ну, то есть такой показатель разрыва выпуска, да. Как говорят, то есть, что если мы пересекаем вот эту заветную нулевую линию, дальше поддержка какая-то фискальная, монетарная, она не требуется. То есть экономика выжила в кавычках себя все, что она может. И вот, на мой взгляд, мы сейчас находимся где-то как раз в близко к этому состоянию. Но что здесь еще хочу важно отметить. В публикациях Нацбанка можно, вот когда они публикуют в тенденциях свои так называемые разрывы процентной ставки, там пока их диагноз, что мы по ВВП находимся еще в минусе. В отрицательной области. И, соответственно, есть еще потенциал для некоторых снижения политики, и что Нацбанк как бы декларирует, что они видят еще некоторый, пускай небольшой, но некоторый потенциал для снижения процентной ставки. Ну, вот это, наверное, уже такие технические детали, которые для широкой публики, может, не так интересны. Нет, почему? Но на самом деле очень интересно, я сейчас объясню, почему. Просто в этот вопрос во многом упирается, какова будет динамика и по инфляции, и по ВВП в 2018 году. То есть, если мы уже близки к вот этому потенциалу, и дальше экономика не может наращивать обороты, что является, на мой взгляд, справедливым диагнозом, который мы имеем сейчас, то это означает, что рост, все, мы, по сути, уперлись в потолок этого роста, его больше не будет. И чтобы его дальше разгонять, то, что хочет правительство, и то, что вот заложено в прогнозе на 2018 год, надо уже какие-то меры поддержки, которые можно назвать искусственными, которыми могут дестабилизировать там, ту же ценовую стабильность, негативно она может сказать на каких-то элементах финансовой стабильности и так далее. То есть, по сути, на повестке дня стоит сейчас вопрос, ключевой, все опять-таки упирается, где мы с точки зрения роста и... Ну, он же в какой-то степени идеологический вопрос тоже, на самом деле. В какой-то мере, да. То есть, конечно, хочется говорить о том, что потенциал выше, и что мы этого потенциала не достигли, потому что в противном случае, ну, это вызывает вопросы, насколько вообще состоятельна так называемая уникальная белорусская модель, и насколько она конкурентоспособна. Ну, и в глазах отдельных людей, насколько состоятельны те, кто ее управляют. Да. Опять же. Да, естественно. Я вот что хочу сказать. Вот как это. Сейчас у меня будет рубрика, обычно называется «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». В этом случае я хочу, значит,
тебя процитировать. В свое время мне очень нравился твой вывод, еще как раз, который был посвящен вот этим годам экономического спада. Ведь, опять же, это вопрос даже не сколько идеологический, это вопрос сколько, ну, как сказать, он концептуальный на самом деле. Да, что считать было вот этим вот, как бы, что было вот этот спад 15-16 года? Угу. То есть то, как рассуждает, как я понимаю, правительство и Нацбанк, значит, вот мы оказались в отрицательных значениях по разным причинам. Ну, например, недостаток там конечного спроса. Да, там, это и внешнего спроса, и внутреннего спроса. Да, вот как бы. Поэтому для того, чтобы что ли, как это, запустить этот рост, нужны какие-то, значит, вот стимулирующие такие меры. Стимулирующие меры, да. Такой вот jumpstart, да, или как Трамп цитировал выражение такое старое, prime the pump. Прокачать, угу. Значит, да. Вот, понятно. Дальше получается логика какая? Как только мы или там насколько-нибудь оказываемся в положительном значении, дальше логично ожидать, что, а дальше сами. Ну, как бы, вот вы как бы в плюсе, вот у вас есть показатели, которые, по идее, должны работать с положительной обратной связью, да, там растет и конечный спрос, который в конечном счете позволяет расти выпуску, и который в конечном счете через факторы производства позволяет, значит, расти конечному спросу. Да? И похоже, что из этого сейчас исходят, как бы, наши власти. То есть они считают, что, значит, вот он, как бы, раз рост пошел, и раз мы даже превзошли свои пессимистические ожидания в прошлом году, угу, то вроде как, ну, вот, остается только, что называется, смотреть. Ну, только вот как бы ничего не трогать руками. Ну, вот здесь я... Как раз я хочу вот вернуться к цитате тебя, что вот я помню, у тебя была такая очень красивая метафора о том, что бывают такие кризисы, которые приводят, ну, это как, перманентному повреждению здоровья в экономике. Я тогда пытался объяснять это примерно тем, как вот если, скажем, вы попали там в аварию, там вас сбило машиной, то когда воздействие автомобиля, то бишь кризиса, на вас заканчивается, вы же здоровым человеком, как были до аварии, не становитесь. Угу. Повреждения там внутренних органов, там еще чего-то и так далее. И вот эта вот гипотеза о том, что существуют такие кризисы, которые приводят к повреждению, здоровья в системном плане, да, что вполне может оказаться, что даже если мы в это положительное значение выйдем, то там вот этого графика «табор уходит в небо» не получится. Ну, вот это, по сути, ситуация, которую, на мой взгляд, мы получили сейчас. Ну, это же, согласись, что это во многом, ну, как бы идеологическая позиция. Ее сложно проверить, эту гипотезу. Ну, отчасти, возможно, идеологическая, да. Я соглашусь, что, конечно, вот с точки зрения идеологии, там, то, что модель совершенна, или там, ну, не совершенна, а, по крайней мере, конкурентоспособна, хочется показать, что она обладает большим потенциалом к росту. Ну, это в том числе и технически очень сейчас такой серьезный вопрос, потому что, ну, вот была абсолютно на техническом уровне у нас дискуссия с экономистами из государственных органов, да, там есть, я признаю, это уже вот такой очень хороший уровень дискуссии, когда мы говорим именно о модельных расчетах, то есть подходы, которые показывают о том, что действительно потенциал роста сегодня, там он, допустим, ближе к 3-3,5%. Моя оценка, это не выше 2,5%. Плавно перейдем на твои картинки. Можем, да. А потом у меня просто возникает мысль, то есть ведь должен же быть какой-то проверочный эксперимент, который mm-hmm. покажет, вот на что мы должны следить, смотреть в будущем, чтобы понять, значит, все-таки какой сценарий в этой ситуации реализовывается, да, то есть какой фактор показывает, что все-таки какая-то модель более описывает реальность, чем нет. Так mm-hmm. вот, это вот Дмитрий принес с собой из свежего их бюро аналитического отчета, подготовленного по итогам 4-го квартала. Ну и, соответственно, он подразумевает... Ну, он еще не готов, там только часть данных для него есть. Вот даже это, так, это... видите, мы, можно сказать, как это, первыми, что называется, наблюдаем еще даже не в газете, но уже в куплете. Вот этот вот картиночку, которая называется «Рост выпуска». Будьте добры. Вот.
Ну, вот здесь я бы прокомментировал, ну, чуть маленькая оговорка, сам график поясню, чтобы он правильно интерпретировался. То есть у нас Белстат традиционно, все привыкли, он дает к отчету, то есть публикует годовые темпы прироста так называемым накопленным итогом. Да, это ближе всего к красной линии, то, что вы видите сейчас на графике. То есть это... время, как во всех остальных нормальных странах, смотрят вперед. Да. Аннуализированный рост того, который случился в месяц или в квартале. Абсолютно верно. Просто в противном случае мы тогда объясняем тенденции прошлых кварталов. Конечно, сейчас, если можно еще вернуть график, то есть у нас получается, что красная линия действительно вот идет, ну, вплоть до третьего шла в гору, и сейчас то, что я вернусь к тезису, она стабилизировалась. Но ключевое, то есть вопреки там широко звучащим мнениям, что у нас экономика набирает обороты, на самом деле у нас получается... Первая производная снижается. Скорость. Что у нас вот эти синие столбики, это, ну, я бы сравнил вот с таким локомотивом, то, что двигает красную линию, вот, которая публикуется Белстатом. То есть у нас рост, наоборот, затухает. И то, что у нас был рост, он во многом был своего рода, ну, часто говорят, восстановительный или компенсационный. То есть после спада всегда расти проще, и в темпах роста это выглядит достаточно неплохо. Но по сути... Как говорят на фондовом рынке, отскок даже дохлой кошки бывает. Да. То есть вот этот отскок, он начинает ослабевать, а дальше уже должны включаться те естественные механизмы роста, о которых мы говорили, которых, на мой взгляд, не хватает. И вот в четвертом квартале мы можем видеть, что вот эта красная линия, она начинает выравниваться, то есть она уже перестает расти, и в принципе, если дальше будет срабатывать те посылки, о которых я говорю, те наши оценки, о которых я говорю, что у нас есть проблема с потенциалом роста, у нас получается, что мы как раз-таки упираемся, по сути, в барьер где-то в районе 2%. Ну, это чуть позже мы о прогнозе поговорим. Да, следующий тогда, видимо. Дайте, пожалуйста, следующую картинку. Даже, вот это разложение, оно... Пока... Это, по большому счету, предыдущий график, только поделенный на вклады. Да, то есть, ну, я думаю, что мы можем даже его пропустить. Скорее, как ты говорил, качественно к следующему. Давайте перейдем вот этот. То есть, как качественно можно проверить, какая может быть интуиция, вот далеко мы от нашего естественного, или так скажем, роста, который не создает угроз некой там ценовой внешней стабильности или близко. А вот если мы посмотрим на 15-16 год, у нас получается, что сиреневенькие столбики — это вклад чистого экспорта плюс разных мелких компонентов, то есть когда мы улучшали наши позиции по внешнему равновесию, то есть улучшалось сальдо текущего счета, мы исправляли те диспропорции, которые накопили за долгие годы. Но... Но сейчас мы вышли вот по чистому экспорту на такой уровень, когда мы не вправе его ухудшать. Если мы его ухудшаем, это негативно влияет на обменный курс. То есть вообще режим роста, который нам надо, это рост красных и зеленых столбиков, что является конечным потреблением и домашних хозяйств, и инвестициями. ВНОК — это сокращение для инвестиций. Но при этом это не должно быть в ущерб, не должно порождать отрицательный вклад чистого экспорта. То есть сиреневенькие столбики... ВНОК — это воловое накопление основного капитала. Да, то есть сиреневенькие столбики, они не должны при этом уходить в минус. То есть, по сути, равновесным мы можем считать тот рост, который позволяет держать сиреневенькие столбики где-то в районе нуля. Ну вот, а у нас получается, что четвертый квартал — это достаточно явственная тенденция. Здесь сразу, говорю, это уже сезонность исключена, что у нас накопление внутреннего спроса, оно негативно влияет на чистый экспорт. Это, то есть... если я помню правильно, когда я вас читал, обоснование предыдущее, все время же говорилось о риске того, что этот рост, который вызван главным образом был вот как раз-таки благоприятными тенденциями во внешнем секторе, очень легко может быть убит традиционным слагом, когда у нас за ростом экспорта растет импорт. Да, и это мы наблюдаем это с первого квартала еще 2017 года, о чем мы начали говорить, вот когда на квартальных данных это очень хорошо было видно, вот этот очень-очень быстро нагоняющий рост импорта, он с первого квартала бурно начался, то есть чтобы дальше продолжать расти, нам надо либо чтобы импорт перестал расти, что в принципе нереально, потому что склонность к импорту и домашних хозяйств, то есть обычных людей, которые по мере роста доходов все больше покупают импортных товаров, что достаточно естественно, и точно так же ведут себя предприятия, если они там осуществляют какие-то инвестиции, достаточно значимая доля этих инвестиций это будет приобретение импортных товаров. Поэтому убить рост импорта это невозможно. Это, ну, в нашей ситуации, при той структуре экономики, которая есть, это импортоемкость, это можно, ну, рассматривать как заданное по умолчанию. Единственный возможный вариант это должен быть при этом рост экспорта. А вот будет
будет ли этот рост экспорта и может ли у нас сохраниться, как в 2015-2016 году, устойчивый тренд на рост экспорта, вот это очень большой вопрос. Это не от нас во многом зависит. Да, это не от нас зависит, это зависит от там, внешних рынков, это зависит от ценовой конкурентоспособности. То есть, но тот запас, который у нас был, мы во многом уже реализовали. Если дальше этот запас, по сути, правительство, вот давая высокие прогнозы, там 3,5%, ну, я это интерпретирую, они говорят, что они надеются, что этот запас еще есть. Угу. Что мы в состоянии нарастить наш экспорт, и что на фоне бурного роста в мировой экономике, там, и все экономики, и Россия будут увеличивать... Ситуация редчайшая, да, все крупные экономики мира растут, да, действительно, но вот здесь хотел бы отметить, что в России тоже сейчас очень достаточно бурно дискутируется на том, вопрос о том, насколько устойчиво восстановление и вообще не закончилось ли восстановление. Потому что по третьему и четвертому кварталу 2017 года многие данные по отдельным отраслям, они оказывают на то, что оживление в российской экономике, оно либо завершилось, либо подает сигнал того, что оно близко к исчерпанию. А как же нефть, которая вот выросла нефть, за все эти вот годы? Нефть, рост в четвертом квартале вот цены на нефть, да, это может стать, или, этот да? может стать новым стимулом. Но, повторюсь, вот в случае России это далеко не само собой разумеющееся, что там устойчивое восстановление. Прямая зависимость же, да? То есть как бы спрос у них моментально на наши... Очень сильно реагирует. То есть даже в 2017 году, когда мы неплохие темпы роста физического объема экспорта показали, там по большинству товаров пока все равно устойчивого роста не было. То есть российская экономика росла, но даже это не вело к очень устойчивому росту экспорта на наши товары, ну, спроса на наши товары. Соответственно, если российская экономика, в ней рост замедлится или там вообще пойдет вниз, то это может создавать достаточно серьезный вызов для нашего экспорта. Плюс еще, да, висит же риски. Никто пока не знает, какого рода будут санкции, которые только-только это тоже, обсуждаются. Да. Так это вот я что вопрос. Хотел сказать по этому поводу, вспоминая вчерашний вот этот круглый стол, да, по поводу экспорта. Как Павел Владимирович значит, с некой досадой рассказывал про стимулирование роста экспорта сельского хозяйства. Да, то есть, значит, вот у нас там на 5 миллиардов экспорт, да, сельского хозяйства, значит, вот мы там планируем его больше и больше рост, вот как у нас там с руками это все отнимают, да, буквально, значит, улетает моментально и прочее, прочее. И мне очень понравилось, он говорит, подождите, стойте, ну, а какой ценой как бы этот экспорт? То есть, если вы, грубо говоря, у вас тратится больше почти в два раза на создание этого экспорта, да, чем вы получаете этой валютной выручки, ну, то есть вы не улучшаете ситуацию, на самом деле, с платежным балансом. Абсолютно верно. Потому что такой термин «разоряющий экспорт». Да. Так, причем, вы знаете, что интересно же, ведь вот сама вот эта идея вот стимулирования экспорта любой ценой, это же, ну, как бы это же из темных времен, это же со времен вот этого фиксированного курса, когда курсовая политика, значит, не может способствовать вот этой балансировке, поэтому приходится работать руками. Да? И у нас тогда, я всегда говорю, были такие две стороны одной медали. Да? Это, значит, импортозамещение и стимулирование экспорта. Хотя, на самом деле, гибкий валютный курс автоматически делает и то, и другое. Ну, при там, прочих равных. Опять же, в зависимости от конкурентоспособности. Вот. Ну, то есть это... И, кстати, в течение этого круглого стола там же регулярно вот встречались вот эти вот постоянные, да, какие-то приветы из прошлого, да? Там, не говоря уже там о расшивке неплатежей, вот эта красивая история и так далее. Но я просто к тому, что мы начинаем, вот возвращаясь к тому выводу, с которого я начал передачу, да, что мы начинаем наблюдать, что как бы Нацбанк, что называется, переходит уже к инструментам совсем тонким настройки, да? И вот как это в одной упряжке, да, когда у тебя там, значит, рядом, значит, по-прежнему орудуют кувалдой. Да? Давайте, значит, или как вот у нас снова, ну, совершенно же анекдотические вещи были, да, и они никуда не деваются. Вот эта история с посещением президентом, значит, Минск Интеркапс, где был вот этот длиннющий монолог о вреде посредников, да, об импортозамещении, значит, там и так далее, и так далее. И фактически идеи просто, ну, как все старое, все новое, хорошо забытое старое, да, вот идея о том, что а давайте мы там исключать посредников и
там, исключать импорт, мы вспомним, значит, таким образом, что давайте будем местные органы власти будут давать разрешение на его использование. У меня моментально в голове 2009 год преснопамятное постановление правительства 991, которое там всех на уши поставили, правда, его там в течение буквально недели или двух отменили тут же, потому что, ну, поняли, что это ничего не работает. Но вот это вот или история, как у нас теперь доблестно прокуратура борется с дебиторской задолженностью главным образом в России. Главным образом, причем какая, там же, что особенно интересно, это дебиторская задолженность наших товаропроводящих сетей в России перед нашими же производителями. То есть, по большому счету, как бы, если назвать вещи своими именами, это, в общем, не настоящий притворный импорт, экспорт. Угу. То есть, поставить поставили, зафиксировали его как, значит, там пересечение границы, либо а денег-то нет. Да. Да. То есть, как бы, он не оплачен. Вот. То бишь, вот это вот сочетание таких двух, что называется, да, там, у одних рукоятка уже такая совсем тоненькая, да, вот как я образно вспоминаю, в старые добрые времена были приемники, в которых подстройка длины волны была сначала быстрая такая, потом, значит, такая, как сказать, dial, как по-русски это назвать, не помню. Вот это вот... Крутилка. Да, вот, которая, значит, требует уже там, как сказать, при большом движении шаг все меньше и меньше, uh-huh. да, то есть вот для более точного нахождения вот этой вот станции, там, когда еще это было важно. Вот. И это же никуда не денется, на самом-то uh-huh. деле. Ну, как бы вот борьба вот с этими как бы темными годами. Ну, согласен, понимаешь, то, что мы с тобой говорим, это по большому счету такое достаточно наглядное представление вот тех структурных проблем, о которых мы говорим. Да. То есть я люблю в последнее время использовать термин, что рост уперся в потолок. То есть почему он при плавающем обменном курсе вот автоматически упирается в потолок? То есть раньше за счет симулирования внутреннего спроса и нахождения источника финансирования возникающего дефицита можно было создавать иллюзию роста. А сейчас получается, когда дефицит текущего счета растет, у нас автоматически это создает давление на курс, и это начинает съедать через инфляцию, там, через тот же обменный курс реальные доходы, и получается, что дальше наращивать внутренний спрос не получается. Ну, то есть, грубо говоря, ВВП не растет, выпуск перестает расти. Без изменений структуры экономики мы можем вырасти до загрузки мощностей. Да, до загрузки мощностей, но при этом нам надо еще пропорционально наращивать не только внутренний спрос, но и экспорт. Да. А вот здесь мы упираемся опять-таки в нашу конкурентоспособность. А дальше тогда, если мы уперлись в этот потолок, следуют те замечательные инструменты, о которых ты говоришь. А давайте, коль да. экспорт сам не растет, а давайте мы ему поможем расти. У нас же по плану он должен расти. А если импорт растет сильно, давайте поможем ему расти. Я просто к тому, что ведь какая логика получается. Опять же, получается такой очень интересный нюанс. То есть мы предполагаем, что после начала роста экономика должна расти сама. Да. А если она сама не растет, мы заставим ее расти саму, потому что надо, чтобы она росла сама. Ну, то есть, как бы вот так же ведь, по сути, получается. Там просто внутри много промежуточных рассуждений, но парадокс этот, он все равно происходит. Потому что иначе, как это что называется, если Христос не воскрес, то тщетна вера наша. Потому что если экономика сама дальше не растет, то тогда все наши предположения, ну, вот эти вот идеологические, ну, когда они... Да, они оправдываются. То есть в моем варианте, в моем понимании, почему я перейдем говорю... Перейдем сейчас тогда к прогнозной, то есть, да, что по сути мы подобрались вот к этому потолку, то, что мы себе можем позволить без каких-то либо угроз для макростабильности, то есть он по красота. Нашим оценкам где-то в районе 2%. То есть, ну, здесь три сценария, по большому счету, представлены, они абсолютно технические, но вот качественно вот к этой красненькой линии на мой взгляд, мы можем относиться как к некому равновесному сценарию. То есть то, что мы можем себе позволить... Ну, то есть негативный, позитивный, да, и... Да. И то, что у нас называется инерционный, как обычно. Ну, я бы даже не назвал инерционным, я бы сказал, вот это то, что экономика может себе позволить без создания каких-то либо угроз там, ценовой стабильности, внешней нестабильности, без создания просто новых диспропорций. Обычно прогнозы строят как, там, скажем, негативно – это что случится того, чего мы не ждем, позитивно – это если мы будем там стараться что-то делать, а это как бы если вот ничего не будем делать, ничего не будем трогать руками, самого. Если все будет развиваться естественным образом, да, вот мы упираемся в эти 2%. А дальше
дальше возникает проблема, что эти 2% это ничтожно мало. Это очень мало. Это... Верните, пожалуйста, и следующий за ним, там еще был красивый следующий график. Ну, следующий это вот тогда, если базовый сценарий продлить на 2018 год, то есть угу. вот такой же график был в начале, здесь я просто добавляю да, тогда 4 квартала. Еще 4 столбика. 4 столбика 2018 года, то есть это и вот такое... снижение, уже не плата даже среднегодовых. Да. То есть мы выходим вот на эти 2%. То есть, ну, с одной стороны, ты знаешь, я недавно услышал такую интерпретацию, она меня немножко удивила. Так вот, когда я говорил о таком сценарии, мне вот сказали, так это же вроде неплохо. Ну, вот нормальный рост 2%. Проблема в том, что для нас это рост абсолютно так ненормальный. Так его не видит никто. Его, во-первых, да, это еще один вопрос. Что 6% он все чувствуют. Что он абсолютно рассредоточен неравномерно, что он абсолютно не инклюзивный. Ну, вот есть же, да. Есть же, вот как раз я ровно об этом хотел сказать, только у меня такая метафора тоже, когда... То есть тот прилив, который поднимает все лодки. Угу. И плохие, и хорошие, и большие, и малые. То есть, а когда он такой небольшой, то это достается очень... Да, это первая проблема с точки зрения вот текущего дня, с точки зрения ощущений. Но проблема в том, что если посмотреть так вот на лет 10-15 на перспективу, мы сегодня должны уверенно расти процентов 7, где-то показывать в ближайшие годы рост, чтобы не стать отстающей страной по меркам региона. В противном случае у нас, по большому счету, мы вот так консервируем какую-то свою отсталость в рамках региона ЦВЕ. То есть... Цель, которая сегодня, на мой взгляд, должна достаточно безапелляционно приниматься, ну, хорошо, пускай там с налетом пессимизма, 5-7%. Угу. На этом фоне 2 – это ничтожно мало. То есть 2 – это плохо. 3,5 – это тоже плохо. То есть вопрос 2 или 3,5, он по большому счету это сам... Нужно бежать, чтобы оставаться на месте, да? Да. Вот очень хорошая метафора. То есть вот это то, что нам необходимо для того, чтобы и потери 2014 года, ну, я имею в виду, после 2014 года нейтрализовать. Можно еще вот секундочку тот график последний, который сейчас был. То есть мы можем видеть перед таком росте, вот на зелененькую линию можно вот посмотреть, в среднем за 5 лет. То есть мы, по сути, в концу 2018 года выходим на нулевой пятилетний темп роста. Язык, то есть у нас потерянное пятилетие. Да. То есть, ну, 5 лет вот мы считаем, что не росли. Пока все остальные в это время... То есть на сегодня мы находимся, с точки зрения пятилетней перспективы, у нас пока еще отрицательный темп роста. То есть вот такой 2% рост, он нам позволит приблизиться только к нулю. То есть, ну, если даже будет позитивный сценарий 3,5, ну, это там небольшой плюс. То есть, по большому счету, еще раз повторю, это все равно мало. Это ничтожно мало. Это же, слушай, ну, это же, опять же, идеологический вопрос. У нас же пятилетка должна быть какая была, помнишь, там, достижение там... Ну вот как раз-таки те прогнозы пятилетки, они, наверное, строились из того, исходя, ну, я не знаю, там, подноготок, который, да, ну, это, по большому счету, то, что должна демонстрировать Беларусь, чтобы сохраняться в статусе динамично развивающейся экономики, как это было вот там середины 90-х по год 2007-2008. Ну, то есть мы на фоне региона выглядели более-менее неплохо. Такие факторы, которые мы не вернем. Да, я понимаю, нет, не вдаваясь в причины роста, то есть если вот просто смотреть на сами показатели роста, мы как бы очень неплохо на фоне региона. Мы таким были догоняющим плюс явно лидеров. Плюс все-таки стартуя там со средних зарплат там, $50, ну как бы несложно, в общем, с такой дешевой рабочей силой был этот рост показан. Да, да. Так вот я к чему. И вот, по сути дела, мы имеем два идеологических разных подхода. Один, который говорит о том, что наша экономика должна расти сама. А должна в том смысле, что если не может, то заставим. Ну, как бы вот, да? Разными там средствами, а иначе зачем нам все эти, как бы, остальные министерства, ведомства, да? Вот. И подход, который говорит о том, что нет, проблема заключается в том, что все, что могло случиться само, при стимулирующей, опять же, вот это, мы же должны сделать этот реверанс Национальному банку, при стимулирующей денежно-кредитной политике и так далее, и так далее. И все-таки тут, на самом деле, правительству тоже надо отдать должное, потому что движение в сторону того, чтобы... Это я вспоминаю передачу с Александром Чубриком, который говорил, ну, слушай, ну, наконец-то, вот же есть важный позитив. То есть попытаются все предприятия поставить в одинаковые условия жестких бюджетных ограничений. Да, им это, ну, там, сложно, у них там возникают из-за этого множество разных там... Вот те самые неплатежи, которые вот есть вот этот... Вопрос только просто, в какую сторону трупный яд у них выделяется, да, в каком виде. А вот как бы суть все равно та же самая. Но все равно же есть какие-то попытки. Так вот, суть его заключается в том, что все, что можно было сделать вот такими вот
что называется, тонкими инструментами, да, а дальше там уже хирургическое вмешательство. То есть, по большому счету, да, я согласен. Вот эти вот Нацбанк страшные выполнил слова, которые называются у нас структурными реформами в экономике, и которые у нас как-то в последнее время, они даже, в общем-то, и пропали. Там же, помнишь, когда Павел Владимирович сказал, что это же вот, на самом деле, это же давний вопрос, в том числе разделение полномочий собственника и регулятора. Да? Ну, когда у нас одновременно государство и владеет, и правила игры создает. Да? Что давайте там, помнишь, была идея из Минпрома сделать Министерство промышленной политики, да? Убрать из его ответственного подчинения эти. Но ведь эта же идея давно пропала, уже мы этих слов не слышим. У нас же теперь на повестке дня новая мысль, которая называется «Повышение эффективности корпоративного управления». Да? То есть, как вот повысить эффективность управления госсобственностью? Вот как бы все 20 лет вот как-то она не повышалась, а сейчас мы придумаем какие-то волшебные такие меры, что вот значит, как-то мы их вот ничего не, практически ничего не делая, да? Хотя действительно речь-то идет о чем? Что витаминки, как бы таблетки уже не помогают. Это вопрос реально хирургического вмешательства. Да? Ну, понимаешь, вот эта домовая завеса роста, она, на мой взгляд, сыграла не очень хорошую шутку. Вот у меня было ощущение с первого, наверное, конца первого квартала, что есть определенная эйфория. Ну вот, вроде отпустила, и дальше будет сам идти. У меня про это даже была целая передача, суть которой была в том, именно вот что отпустила. Да? Да? И поэтому, а у нас же всегда начало роста воспринимается как, ну вот же, вы же, значит, нехорошие люди, пользуясь спадом, мне говорили о том, что реформы нужны. Угу. Как бы, а теперь-то выясняется, что достаточно было всего лишь переждать. И оно само... И вот теперь мы видим... С этой позиции, кстати, еще говорю, Сергей, чтобы до конца мысли донести, с этой позиции я не исключаю полностью то, что было зеленой линией, оптимистичным сценарием в этом году может быть достигнуто. То есть, если в России будет рост, там, подстегиваемый, например, нефтью, еще чем-то... Ну, например, верю в то, что в течение года мы получим еще тренд на нефть, рост. Вполне допускаю. То есть, я говорю, что, ну, понимаешь, вот эти 1.5% это, по большому счету, в структуре ВВП это статистическое расхождение оно дает. Это далеко не принципиальный вопрос. То есть, в принципе, вот то, что правительство хочет, этого можно добиться. Я ключевую мысль подчеркну, что этого все равно безнадежно мало. То есть, мы можем спорить, это интересная дискуссия уже, наверное, на техническом уровне 2 или 3,5, она важна, но в любом случае остается генеральная линия, что этого все равно мало. Так вот я теперь хочу подвести к какому вопросу, да, то есть вот есть две гипотезы, одна такая, другая такая. Где тот самый проверочный эксперимент, который вот на что нужно смотреть для того, чтобы понять, значит, по какому сценарию мы, скорее всего, идем, какова внутренняя структура экономики, есть ли вот это перманентное повреждение здоровья от этого кризиса, или все-таки, значит, это был, ну, как нас пытаются убедить, такой обыкновенный циклический спад, за которым, там, к тому же, как обычно, у нас же все кризисы, они же не наши, они же там из-за врагов, ну, там, из внешних границ приходят, да, а мы вот как бы всегда жертвами. Или из-за спроса на автомобиль. Да, ну, например, то бишь внутренних врагов, да, автомобилистов. Так вот, мне кажется, что показатель частных инвестиций в этом смысле будет достаточно хорош. То есть в том плане, что если действительно ваша экономика может ответить на растущий внешний спрос, да, то есть она действительно упирается загрузкой мощностей, но тогда уже дальше, по идее, значит, какой нормальный, рациональный дальнейший ответ, да, на то, чтобы, если вы видите внешний или внутренний спрос? Построение новых каких-то производственных мощностей, да? Удовлетворение этого спроса путем уже не до загрузки, а создания их новых. Ну, с тобой соглашусь и не соглашусь одновременно. Мы в любом случае в 2018 году получим достаточно такой неплохой по нынешним меркам рост инвестиций. Он не только будет связан с таким гринфилдом. Скорее, потому что было слишком большое... Четырехлетняя депрессия. Да, то есть у нас 4 года инвестиции, они просто... А с другой стороны, эта депрессия, в свою очередь, тоже была результатом можно было сказать, что это своего рода очищающая депрессия. То есть то, что тратилось неэффективно, мы от этого... Это же, знаменитые еще времен Петра Петровича. Прокоповича найден волшебный инструмент рисования любого роста. Когда у нас там 15% роста инвестиций год к году, да, и потом сидим, удивляемся, почему у нас отрицательное сальдо текущего счета. То есть с этой позиции в любом случае будет инвестиционный рост, вопрос уже в его масштабах. К чему? Я ведь вспоминаю, например, я понимаю, что это не очень этот пример сейчас годится, но, скажем, история 98-го года в России.
да, когда мы на глазах своих увидели, что да, вот вроде бы поменялось, казалось бы, монетарные параметры, да, 4 раза там курс, да, изменился, обменный, но ведь импортоемкость-то изменилась. То есть, если раньше в Москве все продовольствие было импортным, потом оно стало все, значит, отечественным. И как раз я помню одного моего клиента, который говорил, что это был конец 98-го года, когда все еще было в депрессии. Он говорит, я считаю, что вот сейчас в России начинаются хорошие перспективы. Почему? Потому что, он говорит, раньше везли. Я на всю жизнь запомнил эту фразу. Раньше везли сникерсы, одноразовые шприцы и презервативы, а сейчас повезли станки. Ну, это не совсем, на мой взгляд, ситуация действительно сравнима. То есть у нас, ну, если мы посмотрим по реальному обменному курсу, да, мы как бы обесцениваемся, но эта структура экспорта и импорта существенно не меняет. У нас она, вот было очень хорошее исследование на коллег из исследовательского центра ИПМ, сошлюсь в прошлом году. Ирина Точицкая, она очень хорошо наглядно показала, что экспортная корзина у нас очень существенно ухудшается и, наоборот, сужается. То есть с этой позиции... Это же давний вообще тренд, он уже с 2000-х. Он давний, то есть она даже, это вот хорошо показала, что и последние годы, что он остается неизменным. То есть, к сожалению, вот этот потенциальный эффект, как ты говоришь, что резкая серьезная девальвация, она может стряхнуть экономику с точки зрения структуры отраслей, структуры производства. У нас, к сожалению, этого не происходит, и вот так называемые кластеры, которые экспортные сформировались, они, по сути, все замыкается вокруг них. Проникновение в какие-то новые цепочки глобальной стоимости у нас не происходит. Мне кажется, как раз мы... Тут, на самом деле, спора-то серьезного нет, по большому счету. Я просто пытаюсь сказать, что как бы, ведь отсутствие вот инвестиций в... Причем смежные ведь довольно вещи, да, вот когда в последнее время модным стало снова рисовать эти списки низковисящих плодов, да, куда можно перемещаться в сторону экспортной корзины более производительной, да, там, повторяющей все-таки более развитые страны, чем отсталые, да, и так далее. И парадоксом же является то, что там проходит 10 лет, а 80% позиций остаются теми же самыми. То есть даже низковисящие плоды, они, в них все равно не происходит движения. Да? То есть экономика построена каким-то таким интересным образом, что даже при наличии там, стимулов к тому, чтобы она могла двигаться в этом направлении. Да? Сколько у нас говорится о том, что и кредитов у нас тут навалом, да, вот, ну, история же с заполнением кредитной линии китайской, как бы, да, что никак найти не можем проектов. То есть получается, что экономика устроена каким-то таким хитрым образом, что она спроса вот на кредиты такие вот инвестиционные не предъявляют. Ну, они могут быть. То есть в частном секторе они действительно могут быть. И вот тот либерализационный декрет, он даже может сыграть свою определенную роль. То есть я допускаю, да, ну, понимаешь, ты сейчас затронул вопрос, наверное, я достаточно часто сталкиваюсь с вопросом, почему не развивается частный сектор после всех этих послаблений. Вот я хочу, потому чтобы что ты это вывод за меня. Да. Что эти административные послабления, это, наверное, не главная проблема для развития частного сектора. Главная проблема, что, ну, вот, по моим ощущениям, где-то таким водоразделом был где-то 2014 год, когда частный и государственный сектор, они вот сошлись лицом к лицу, а частный сектор, он по большинству параметров более эффективен, более производителен. Но чтобы ему дальше развиваться, ему надо перетянуть на себя ресурсы из государственного сектора, как трудовые ресурсы, так и основные фонды. Но значительная часть этих ресурсов, она продолжает, она застыла, она там разными методиками, она поддерживается по-прежнему в государственном секторе. Поэтому даже если снять барьеры для частного сектора, но он не может получить то, что ему требуется для того, чтобы реализовать свои преимущества, то есть говорить о каком-то рывке существенном не приходится. То есть здесь скорее даже на первом таком этапе перераспределение именно ресурсов, оно было бы более важным, более серьезным толчком к развитию для частного сектора. Я практически вот как раз это и хотел сказать. Это вот из серии того, что как это, не вырастает у вас ничего хорошего, пока вы сорняки не пропололи. Вот по сути, о чем идет речь. Да? Почему не работает, почему не идет рост частных инвестиций? Потому что эти ресурсы остаются, как бы, ну, и, грубо говоря, и неравные условия труда, и занятость, кстати говоря, там же до сих пор, да, как бы, не говоря уже о том, что они по-прежнему, что называется, уничтожают стоимость вместо того, чтобы, как бы, ее создавать. Да? Вот. То есть мы снова просто, грубо говоря, моя цель была, да, через вот что ли вот две гипотезы, которые на самом деле сейчас можно чем проверить, на самом деле.
ну, в ближайшем относительно будущем. Да? И как бы, что в конечном счете является причиной того, какой сценарий реализуется, это вот то, о чем мы говорим. Все упирается в наличие вот этого как бы, гири на ногах, которая, собственно говоря, и приводит к тому, что... А дальше уже потом длинным рассуждением получаем. Вот поэтому у нас импортоемкость такая низкая. Да, абсолютно постоянная. Согласен. Практически. Вот поэтому у нас есть вот этот вот предел, вот этот стеклянный потолок, в который мы постоянно упираемся. Да. То есть вот эти нет. Текущие проблемы, это по сути проявление структурных, о котором ну, уже очень много сказано. 100 раз их повторять, наверное, не стоит. Да, и как бы и мы все прекрасно знаем, что там пока табу, да, то, чтобы да. Что-то, какие-то изменения там происходили. Давай тогда уже к, ну что ли, вот твоим возражениям, которые там были достаточно техническим, тонким, но тем не менее. Вот этот вот вопрос процентных ставок, инфляции, ставки. Ну, может, тогда вот графику по инфляции, если можно, там еще один был с прогнозами по инфляции, я его чуть прокомментирую. Значит, перевернутый, по сути, график ВВП. Ну, в какой-то мере. То есть... Уже много раз сказано, что да, Нацбанк действительно серьезный прогресс показал с точки зрения инфляции. И вот сейчас мы там на минимальные исторические величины вышли. И на следующий год официально у нас прогнозируется инфляция не более 6%. А тезис, который, я думаю, достаточно... То, что они говорили, не 6%. Да, а ну, меньше, они да. Вчера подчеркивали, да, это абсолютно правильная формулировка, что не более 6%. Но на этот год, боюсь, это не столь актуально будет. То есть все-таки мы, скорее всего, будем упираться в этот потолок 6. Почему? Mm-hmm. Потому что если, ну, окей, если рост в районе 2%, он не вызовет такого политического идеологического отторжения, не будут производиться попытки его каким-то образом подтолкнуть, то тогда... Ну как же не будут? Вы же план не исполняете. Ну, это вот я пытаюсь сказать, что они, скорее всего, будут. То есть, если не будут, то с больших проблем с инфляцией действительно не будет. Мы, скорее всего, пойдем тогда вот по, там, ну, по зеленой. Не факт, потому что есть еще административные цены, о которых тоже вчера руководство Нацбанка неоднократно упоминало. Но вот где-то близко по красной линии, то есть в районе этих 6%. Я, кстати, вот здесь оговорюсь. На мой взгляд, Нацбанк в этом году даже на себя повышенные обязательства взял, потому что с учетом низкой инфляции прошлого года и с учетом вот этого большого навеса административных цен, 6% это действительно очень такая амбициозная вещь на текущий год. Я бы... Но они сами это слово амбициозное произносили. Ну, да. Я бы в данном случае, поскольку еще пока идет речь о том, что мы переходим только к этому режиму таргетирования инфляции, и... Ну, там же тоже прозвучали такие моменты, которые, в принципе, можно при желании проинтерпретировать как... А мы же, в принципе, ведь тоже можем руками потрогать. У нас же вот март есть, который, да, там, может при случае там помогать нам развитию конкурентных рынков. Ну, по сути, как бы как в старые добрые времена, антимонопольная политика наша была инструментом ценового контроля. Ну, понимаешь, если условно цена на нефть там повысится за год процентов на 15-20, что ну вот как один из сценариев, и я думаю, что в этом случае желание Белнефтехима повысить цену на бензин, оно во что-то будет воплощено. Об этом, кстати, значимое. Не называя, об этом уже да. Было. Ну, да? Приходят разные люди и говорят, мы хотим повысить цены. А зачем? Ну, мы же 2 года не повышали. То есть... То, что они повышали 2 года, это уже сам по себе аргумент к повышению цены. Ну да. То есть в этом случае бензин, ну, топливо, оно в целом порождает такой цепной эффект, во многом оно подтянет и другие цены. То есть одни административные цены в этом случае, они могут вот к этому потолку 6% вполне и приблизить. То есть поэтому я говорю, что я бы подстелил дополнительно соломку, то есть 6% я бы, конечно, хорошо и, возможно, правильно, амбициозно брать на себя такие обязательства, но с точки зрения поддержания среднесрочного доверия, чтобы ему не возникало сомнения вот способности Нацбанка поддерживать, учитывая вот этот административный навес с административными ценами, я бы, возможно, даже как-то чуть мягче формулировал эти обязательства. То есть там, например, среднесрочная инфляция в районе 6% или не более 6%, вот это могло бы звучать как некое такое то обязательство. То бишь не год-году, да, например? Ну, как часто любят делать ЕЦБ, то есть они говорят, что вот сегодня инфляция повысилась, но это был одноразовый всплеск, а мы в перспективе мы видим, что она все равно приблизится к нашему прогнозу, поэтому мы не переживаем. Ну, или как, например, в свое время, когда, я помню, значит, США очень любили делать, они считали вот этот вот core inflation, выкидывая оттуда так называемые волатильные компоненты, продукты питания, то есть сельского хозяйства, ну, или можно, и туда же энергетические товары.
То есть можно этот показатель базовой инфляции, да, за него Нацбанк, конечно, он гораздо лучше, он ему под контролем, то есть где административное регулирование. Я просто помню, тогда же про американцев очень много говорили, что, ребята, ну, понимаете, в чем дело? Как бы вы можете, ну, как бы это может быть правильно исключать компоненты, которые там волатильны, ну, волатильны имеется в виду, что они вот то растут, то падают. Но если у вас настоящий секулярный тренд на рост цен на нефть, то исключать их, вот говоря, что это мы просто исключаем волатильную компоненту, которая колеблется, она у вас уже не колеблется. Она у вас уже трендится, как бы. Ну, вот, с этим я согласен. Но это скорее вот такие технические детали, тоже я не знаю, насколько они интересны широкой публике. То есть инфляция 6 или 7% это по сравнению с предыдущими годами, как я часто говорю, такие приятные хлопоты. Это на самом деле очень приятно обсуждать. Я тебе скажу, почему это может поинтересовать. Потому что на самом деле мы же должны плавно перейти вот к тому, о чем мы говорили. Это вот, собственно говоря, параметр инфляции и параметр ставок и регулируемых Нацбанком своей ставки рефинансирования и ставок предоставления изъятия ликвидности и того, что на депозитно-кредитном рынке получается. И там вот этот 1-1,5 там сколько этих процентов дельты, в зависимости от того, сколько там осталось, вот да. Потому что уже же начинается, как мы говорили, мы входим в плотные слои атмосферы. Да. Там уже даже эти вещи начинают играть роль. Ну, давай закончим тогда мысль с инфляцией. То есть важная мысль, что первое, из административных цен. Второе, если у нас будет недостаток роста, и его будет пытаться как-то стимулировать там, теми же зарплатами, еще, возможно, какими-то инструментами накачки внутреннего спроса. Слышал там на уровне слуха, что, возможно, опять какие-то кредитные программы через государственные банки могут активизироваться и так далее. Это может дать дополнительный импульс к росту цен. То есть, соответственно, удержать вот этот уровень, который есть сейчас, может быть достаточно сложно, и в принципе вот то, что было на графике нарисовано, у нас может пойти определенный разворот тренда. При каком-то совсем негативном сценарии, ну, например, там вчера один из коллег упоминал там серьезную девальвацию российского рубля на фоне санкций, ну, как гипотетический сценарий, то есть какие-то, скажем, абстрактно какие-то внешние шоки, они могут еще даже более серьезно всколыхнуть ценовую стабильность. То есть, ну, как я вначале сказал, на мой взгляд, Нацбанк это хорошо осознает, что радует, но это, тем не менее, не снимает актуальность этих вызовов. На этом фоне, вот то, к чему ты вел, здесь очень серьезное внимание приковывает процентная политика. То есть Нацбанк говорит хорошую фразу, да, насчет того, что остается некий задел для того, чтобы снижать процентные ставки и для того, чтобы тем самым стимулировать экономику. А вот дайте нам, пожалуйста, для иллюстрации последний график, он называется «Реальная процентная ставка» из презентации Нацбанка. Нам там тоже нужна всего одна часть. Нужно в этот случай левая. Вот здесь, на мой взгляд, такая начинает, по крайней мере, на горизонте появляется среднесрочная угроза. То есть вот 10,5%, я сейчас буду говорить не о рыночных ставках, а именно о ставках центробанков. То есть 10,5% ставка нашего центробанка, ну, условно, даже если мы говорим потенциал снижения, пускай всего лишь 1% пункт. Ну, кстати говоря, это же и была оценкой, которую давал как раз сам Павел Клавр 25 января, да, когда он говорил, что мы видим потенциал снижения ставки рефинансирования в этом году 10,5-9,5. Да. Ну вот я говорю, то есть если 9,5 и извините, пожалуйста, она додолго понравится. Принимаем во внимание вот инфляцию, о которой я говорил, даже если это на уровне того, что хочет Нацбанк, там до 6%, то есть это получается реальная процентная ставка где-то 3,5-4,5% по национальной валюте. Да. По иностранной валюте, с учетом вот всяких специфических инструментов регулирования, у нас получается вообще ставки, они почти к полу уходят. А вот здесь получается достаточно такой новый феномен. У нас, ну, модный такой термин «навстречность» появляется с внешним миром. Во всем-то мире сейчас ставки, наоборот, имеют тенденцию к росту. То есть мир начинает расти постепенно. Грубо говоря, заканчивается длительный период стимулирования. То есть 2018 и 2019 год вполне можно ожидать, что рыночные ставки, они уже по чуть-чуть повышаются, то есть и ФРС там очень медленно, но повышает. Да-да. Я думаю, что в 2018 году вполне может быть и первый раунд повышения ставок ЕЦБ. То есть он может начаться. То есть что на этом фоне получается? Та доходность, которая есть у нас, она на фоне мировой доходности, она, ну, будет весьма-весьма маленькая. Премия за страновой риск, который для развивающейся страны, она всегда должна присутствовать. То есть у нас процентные ставки по долларам США и евро за счет странового риска должны быть как минимум выше, чем... Можно ее оценить, какая у нас эта премия? Ну, тоже...
Потому что у нас же Нацбанк все время обижается на эти процентные ставки и говорит, что инвесторы слишком много хотят от нас. Ну, не возьмусь сейчас конкретно цифры, то есть с моделями здесь не имел дела. Ну, по крайней мере, там один процентный пункт, а вот при плохих сценариях, как я сказал, что его может не быть. То есть мы в реальном выражении можем по валюте выйти на точно такие же ставки, как в Европе. То есть что, к чему я веду? То есть получается две проблемы. Возможность для маневров процентной политики у нас банка ограничена, потому что ему надо поддерживать какой-то, то есть, ну, мир идет в сторону повышения, мы идем в сторону снижения, и в итоге мы сталкиваемся лицом к лицу, а нам надо поддерживать какую-то дополнительную доходность, вот как эту премию за страновой риск. И вторая проблема, то, что... Ну, это, по сути, речь идет о чем? Чтобы приток капитала в отток не превратился. Да, да, вот да, о чем. Да, ну, вот я к этому и веду, что, по сути дела, для вкладчиков на горизонте вполне может замаячить альтернатива. Ну, если раньше депозиты, они приносили такую очень неплохую доходность, то сейчас, когда... У нас какое количество нерезидентов-то было? Когда они дают доходность абсолютно не более высокую, чем в соседних странах, ну или там с очень ограниченной премией за страновой риск, то вполне может возникнуть мотив поискать счастье, я имею в виду, доходность в альтернативных инструментах, а у нас таких инструментов практически-то и нету. Соответственно, тогда напрашивается простой вывод, надо искать эти инструменты. Как? Вот сейчас же будет, 28 марта у нас появится уже. Ну, это отдельная тема, да, твоя любимая. Ну, это шутка, ладно. То есть в этом случае мы можем упереться в проблему то, что будет иметь место отток капитала вот в поисках некой доходности на сбережения. И это, в принципе, одновременно и проблема для будущего роста, с одной стороны, но и проблема для Нацбанков с точки зрения ограниченности в маневренности процентной политики. Вот это, ну, опять скажем, это не самые насущные проблемы, это скорее уже... Ну, скорее речь идет о том, что вот это, как сказать, наглядное выражение того, в каких узких диапазонах у него остается возможность маневрировать. На самом то есть, ну, с позиции большой картинки, ну, опять повторю мысль, которую мы с тобой проговаривали, то есть Нацбанк, наверное, уже большую часть, что он мог сделать, он уже сделал. То есть требовать дальше что-то от Нацбанка, ну, в этом плане становится сложно. То есть он мяч на своей стороне отыграл и дальше как бы... А вот нет ли, скажем, как это, имеет ли право на существование такая гипотеза, что многие из тех вещей, которые сейчас делает Нацбанк, говоря правильные слова там, о дедоларизации, там, о каких-то потенциальных там, насчет регулирований для, с точки зрения там, системного риска и так далее, то есть не является ли это ну, частичной правдой? То есть, как бы, а еще там, в этом имеется смысл такой, что ну, как бы, раз у нас осталось мало работы процентными ставками, то а давай мы еще и вот как бы фондом обязательного резервирования поиграемся, там, коэффициентами системной значимости, там, значит, вот этими же самыми параметрами для потребительского или ипотечного кредитования, там, значит, с точки зрения риск-менеджмента и так далее. То есть вот у меня все время вчера было такое вот ощущение, что как бы, ну, за разговорами о том, что так мало осталось инструментов, все время звучало, что вот это вот, если что, то март, да, там, как бы поможет там нам с ценами. Мы же отвечаем сейчас за цены. Ну, вот у нас есть там... Ну, мы же помним, как март там помогал. Помнишь, когда там сговор был производителя курятины, да, вот эта знаменитая история. Ну, то есть, при желании, как бы, вот мы можем найти какой-то вот способ. Вот, и как они, как, например, они оправдывались за вот этот перелет по ликвидности в системе, да, который случился, когда из-за избыточной ликвидности она внезапно превратилась в нехватку ликвидности и за счет вот этого ступенчатого несколько раз повышения обязательств по фонду обязательных резервов. Ну, то есть там как бы получалось так, что вы на это не смотрите, что оно сейчас отрицательное, это, мол, как бы там сезонность там, и там налоги и прочее. Ну, может быть так, а может быть и нет. Ну, проблема, да, ты затронул такую достаточно серьезную. То есть нет ли здесь риска, что у нас банк уже тоже начинает руками как бы вместо... Не то, что руками, я бы сформулировал немножко по-другому. Здесь действительно палка о двух концах. То есть, на мой взгляд, если действительно в фокусе главная проблема дедоларизации, я вот на эту тему с удовольствием говорю, потому что сейчас действительно Нацбанк это осознал ее важность, потому что в предыдущие годы сложно было найти отклик. Сейчас они понимают, то есть, ну, если совсем просто сформулировать, когда
65% да, депозитов вас в иностранной валюте, вот все те возможности повлиять процентными ставками, они очень-очень ограничены. То есть, по большому счету, это удар ногтем по огромному валуну. Ну, получается. Или фактически вам надо просто в три раза более сильное воздействие, чтобы получить... Да. Да, вот как мы говорим, что возможность этого воздействия, они очень сильно ограничены из них. То есть в этой ситуации, с одной стороны, да, можно понять Нацбанк, и особенно я его готов поддерживать, если они применяют прямые административные меры для дедоларизации в виде того, чтобы ставки там по аренде, там страховые и так далее, чтобы ставка они взимали по аренде, это вообще настолько вопиющая история, что тут даже нечего и как бы говорить. То есть, согласен здесь. Это абсолютно. Из серии там, ой, ну мы же построили, там брали же кредиты в иностранной валюте, и там да, поэтому хотим в иностранной валюте. Но вы сходите, блин, обувь иностранную покупайте за валюту, ну вам точно так же это предъявят. Ну, просто почувствуйте абсурдность, как бы, ребята. Абсолютно согласен. То есть это, что касается с этой позиции инструментов, ну, там не беру здесь выступать там каким-то там защитником или наоборот критиком. То есть я могу сказать, я понимаю, то есть если у нас недостаток традиционных инструментов и мы хотим воздействовать на то, чтобы там та же ликвидность, те же показатели инфляции двигались больше в тренде, да, естественно, возникает желание задействовать другие инструменты, но в чем я с тобой полностью согласен, эти инструменты используются не совсем по назначению. То есть инструменты макропруденциального регулирования, вот, которые там присутствовали на слайде, они нацелены прежде всего на поддержание финстабильности, то есть стабильности цен акций, там все, что связано с фондовым рынком. То, что для нас, по большому счету, не столь актуально, либо для управления системным риском в банковском секторе, что для нас, ну, актуально, но немножко в другой плоскости. У нас другие просто системные риски. Да, то есть, ну, это, так скажем, использование модного в мире языка, но для решения несколько иных проблем, проблем иных порядка, чем посредством этих инструментов решаются в мире. Насколько это оправдано, ну, не знаю, я говорю, вот от оценочного суждения я здесь воздержусь, то есть вот я готов с тобой согласиться в том, что эти инструменты используются не совсем по назначению. Но, повторюсь, в нынешней ситуации, может быть, это имеет смысл. Я просто к тому, что как бы ты же был, как это, главный и... Хочется сказать, главное, единственное, это ведь не совсем правда, сторонник вот, перехода к таргетированию инфляции, когда, собственно, процентная ставка, как Нацбанк нас сейчас и говорит, у них же, собственно говоря, в основных параметрах денежно-кредитной политики так и записано, что мы, значит, меняем операционный ориентир. Мы хотим, чтобы теперь все, как бы объем кредита в экономике определялся процентной ставкой. И в то же самое время мы видим, ну, в общем-то, как бы не здесь совсем смотри, эти чтобы вещи. Все так было, вот то, с чего мы с тобой начинали, надо, чтобы шел устойчивый процесс дедоларизации депозитов. Вот тогда процентная ставка действительно можно достигать. Ну, мы же говорили о том, что это от Нацбанка не зависит. Дедоларизации его сильно руками тут не поможешь. Да, так это от Нацбанка. Он будет зависеть от долгосрочного веры в долгосрочный экономический рост. Абсолютно согласен. Ну, а если, коль он от Нацбанка не зависит, то, чтобы по-прежнему контролировать инфляцию, вот, как я говорил, чтобы оставаться в рамках своей этой амбициозной действительно этой вот цели 6%, ну, в какой-то мере эти инструменты, они могут пригождаться. Да, еще раз повторюсь, четко проговорю, действительно, многие из этих, особенно макропруденциальные, они, наверное, не совсем по назначению прямому используются. Не тем инструментам, не ту цель. Так вот у меня, вот как это, теперь уже заканчивая, да, с этой мыслью я не приходил, я хотел, как бы, что ли, прийти к тому выводу, который у нас уже был в середине, да, что на самом деле, как бы, Нацбанк, что мог, то сделал, и дальше вопрос структурных реформ, а их, скорее всего, не будет, и поэтому вот, что называется, плата там мы достигли и так далее, то есть вот, возможно, произнесем так мягко, возможно из-за того, что его инструментарий практически исчерпан во влиянии на те вещи, на которых он начинает, ну, которых он по-прежнему как бы отвечает, да? И курс, который должен быть благоприятен для нормального внешнеторгового и, соответственно, текущего счета, да, внешнеторгового сальдо и текущего счета платежного баланса, и инфляция, на которую он теперь отвечает непосредственно, в условиях того, что как бы, как сказать, оставшиеся другие регулирующие органы используют не совсем адекватные, а зачастую иногда и вредные инструменты, что возможно, вот как бы дело уже не только в плате, а в том, что и
И Нацбанку приходится в этой ситуации, а может быть даже и придется, да, как бы пользоваться уже не сколько тем, чем он хотел бы, а вот как возможно, гиперкомпенсация возможно, того, что происходит. То есть, как один из вариантов вот этого негативного сценария, о котором я говорил, то есть да, действительно, вот в текущем 2018 году этот конфликт целей такой извечный между той скоростью, с которой хочется расти, и с той, с которой получается, он может вновь поставить выбор перед какие-то новые задачи перед монетарной политикой. Да. То есть говоря совсем простым языком, возможно, какое-то дополнительное там лоббистское административное давление на Нацбанка, давайте там профинансируем какое-то направление. Ну, а я скорее говорю, даже нет. Я говорил о том, что они же, вот, ну, по сути, могут и сами к этому склониться просто по неволе. Ну, и это тоже, вот да. Так, и скорее. Это тоже, ну, вот это ближе да. к тому, что мы сейчас да. до этого с тобой обсуждали, то, что, да, они, как бы, реагируя, пытаясь выполнять взятые на себя обязательства, но реагируя на внешнюю среду. Или тогда вообще предложим такой вот вариант, что ли, вывода, да, что в условиях, когда те инструменты, которыми они хотели бы работать, свою, значит, эффективность она уменьшается в силу всяких там из того, что соседи не очень помогают, а иногда мешают, да, то может получиться так, что его сопротивление, нежелание пользоваться какими-то другими инструментами может ослабнуть. И, да, как бы, вот, да. Как согласен, бы, это актуальная проблема. Да. Фактически вот ради этого и сегодня и хотелось какой-то... Как вчера процитировал Павел Владимирович, да, на этой оптимистической ноте мы и закончим 303-ю передачу «Экономика на пальцах». В студии был Дмитрий Круг, научный сотрудник Белорусского экономического исследовательского образовательного центра, вот так, не сбился даже. Ну и Сергей Чалык. Спасибо. С вами. Спасибо, что были с нами снова почти полтора часа. Всего доброго. До свидания.